Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость будет связана с социальными налоговыми вычетами по НДФЛ. Именно данному вопросу посвящен законопроект, реквизит которого вы видите. Данный законопроект был подготовлен депутатами Государственной Думы, ну и по фамилии можно понять, что это депутаты от ЛДПР. Законопроектом предлагается увеличить предельный размер социального налогового вычета по НДФЛ со 120 тысяч рублей до 360 тысяч рублей. В пояснительной записке к законопроекту авторы указывают на то, что размер социального налогового вычета не изменялся более 10 лет. При этом в течение этого периода были значительные уровни инфляции, значительное повышение цен, что снижает эффект социальных налоговых вычетов. В этой связи авторы и предлагают поднять соответствующий предельный размер вычета. Следует заметить, что на данный законопроект есть заключение правительства. Во-первых, правительство указывает на то, что уже предполагается поднятие предельного размера налогового вычета со 120 до 150 тысяч рублей с 1 января 2024 года. Кроме того, правительство отмечает, что данные поправки приведут к потерям бюджета. При этом авторы не указывают, за счет каких источников компенсировать эти потери. В этой связи правительство выступает против данной инициативы. Что касается перспектив данного законопроекта, то с учетом отрицательного заключения правительства, вряд ли и большинство Государственной Думы поддержит данные поправки. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.